Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на финальном втором дне нашего фестиваля «Добра». Мы разные, но мы вместе против террора. Я с удовольствием передаю микрофон Долгову Сергею Николаевичу, руководителю Молодежного военно-патриотического центра, председателю Комитета по физической культуре, спорту, туризму Люберецкого района. Еще раз здравствуйте, наши участники, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны вооруженных сил, наши гости, которые сегодня не пожалели своего времени и пришли к нам на наши финальные поединки. Сегодня все мы вместе закладываем аллею дружбы. Эта аллея дружбы поможет нам действительно сплотиться вокруг этих мощных деревьев, которые вырастут на протяжении многих лет и скажут о том, что мы действительно вместе, и мы не собираемся расставаться. И все мы вместе единым кулаком выступаем в борьбе против терроризма. Спасибо, ребята, что вы поддерживаете наши начинания. Вас приветствует депутат Московской областной думы Князев Сергей Николаевич. Добрый день, дорогие друзья. Знаете, я прошел Афганистан, много чего видел. Наверное, самый страшный в своей жизни – это действительно горевшая школа Беслана. Я был там через 5 дней, знаете, до сих пор в глазах стоит действительно ужас этого события. Цветы, вода, запах пороха. Наверное, самое страшное, что я видел в своей жизни – это глаза детей, которые были запуганы, направлены. И, знаете, наверное, готовы проводиться подобные мероприятия ветеранских организаций, такими как сельское собрание, боевое братство, чтобы не было больше войн, чтобы не было больше терактов, чтобы все вы, наша прекрасная молодежь, добились больших успехов в спорте, политике, бизнесе, других мирных областях нашей жизни, и вас никогда не касалось живой войны. Мира вам, счастья, здоровья, и как и сегодня, пусть победит сильнейший. Праздник вам! Герой Российской Федерации Гаврилов Николай Федорович. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня второй день нашего фестиваля. Я думаю, что молодые ребята из разных регионов нашей страны уже успели подружиться. Сегодня аллея, посаженная вами, будет символизировать вечную дружбу разных народов, национальностей, людей, проживающих на территории большой-большой страны. Успехов вам! И пусть память об этом фестивале разнесется по всем вашим регионам. Расскажите о гостеприимстве Сергея Николаевича, московских друзей ваших. И пусть никогда не будет таких страшных терактов, как в Беслане и в других местах наших стран. Вас приветствует народный артист России Назаров Юрий Владимирович. Ни у кого пощады не просила, другим прощала мести не тая. Любовь моя и боль моя, Россия. Тревога каждодневная моя. Когда качал планету конский топот и шел восток в немыслимый разбой, шарахалась надменная Европа и пряталась за раненым тобой. Когда свинцово наливались тучи, громыхала с запада гроза, глядел восток с надеждой на могучую во все свои раскосые глаза. Ты всех спасала, принимая муку, великая и в звездах, и в крестах. Ты первая протягивала руку поверженному, помогая встать. В березках вся, в снегах сибирских хрустких, вся в жилках синих животворных рек, загадочная, только не для русских. Одна несокрушимая вовек. Спасибо. Я приветствую всех участников и гостей этого замечательного праздника. И считаю, что даже природа успокоилась в преддверии начала второго дня наших соревнований и замечательных мероприятий. Наша команда, команда Российского государственного университета принимает участие, приняла приглашение
руководству администрации оргкомитета этого фестиваля. Это замечательное событие. И я считаю, здесь не будет победителей, здесь важен дух. И на лицах участников написан этот дух, это твердость, это уверенность в достижении целей. Замечательный праздник. И знаменательно тем, что он открыт и он начат в год 200-летия Бородинской битвы, в которой был тоже продемонстрирован наш русский российский дух. Я поздравляю участников и желаю всем здоровья, добра и замечательных результатов. Здравствуйте, ребята. Ну что ж, прежде всего хочу поблагодарить организаторов за столь чудесное мероприятие. Вдвойне приятно, что такие мероприятия начали проводиться у нас в нашей стране. Но они не пропадали, но вот возрождаются после многих лет затишья такого, ну, тревожных времен для нашей страны. Приятно, что создаются такие группы ребят, которые готовы всегда дать в военное время отпор неприятелю какому-то врагу, защитить честь страны. Это просто замечательно. И мы, конечно, желаем всем мира над головой. И официально хочу сказать, что такие мероприятия, такие фестивали наша компания «Мегафон» будет поддерживать. И если этот фестиваль будет у нас проходить, он будет проходить на ежегодной основе. Безусловно, будем поддерживать его каждый год. Ребята, успехов, удачи, слава России. Спасибо. Уважаемые участники, также у нас сегодня много, как вы видите, почетных гостей. Я с удовольствием их представлю, а вы их поприветствуйте аплодисментами. Александр Никишин, шеф первой подводной атомной лодки К-19, президент Союза коллекционеров России. Останкина Ирина Игоревна, лауреат всероссийских конкурсов «Эстрадные песни». Кольцова Людмила Андреевна представляет парламентский клуб России. Сирота Марина Владимировна, главный редактор журнала «Жены офицеров». Ефимов Евгений Олегович, генеральный директор «Арт-Модер Керамика». Начальник отдела военного комиссариата Московской области по городу Люберцы, Лыткарино, Люберецкого муниципального района Скоков Михаил Викторович. Рыбин Сергей Евгеньевич и Соловьев Анатолий Викторович. Это у нас представитель Ухтомского завода металлоконструкции. Ваши аплодисменты. Паршин Евгений Борисович, вице-президент Мотоциклетной Федерации России. Вердашинский Анатолий Георгиевич, начальник Московского городского автомотоклуба. Горячев Александр Сергеевич, председатель Мотоциклетной Федерации Московской области. Ваши аплодисменты. И давайте еще раз более бурно поаплодируем. У него сегодня день рождения. Поздравляем! Спасибо, дорогие друзья. Да, пожалуйста. Хочу поприветствовать от имени первой экипажа первой советской атомной подводной лодки К-19, которые спасли мир в 1961 году от страшной катастрофы, страшнее чернобыльской. 139 человек, невзирая на звание, возраст, национальность, боролись с этой страшной угрозой и победили. Не было Третьей мировой войны. И вот альбом, который я хочу подарить нашему уважаемому имениннику, К-19, я думаю, как нельзя кстати придется. Это русская слава, это слава нашего оружия, это то, чем надо гордиться нам всем. Я думаю, что на этом наша торжественная церемония у нас закончена, а я предлагаю всем приступить. На выставку, да, сначала мы идем, да, Сергей Николаевич? Мы идем на выставку в замечательный музей, который расположен вот там, вы видите, такое большое здание. И далее по программе мероприятий. А затем посадка аллеи дружбы, дорогие друзья. Все, всем удачи, успехов. Ура!
говорит человек, который всем своим сердцем работает над сохранением истории, истории героизма. Это Владимир Ильич Чепицкий. Сергей Николаевич Князев, мой боевой брат, руководитель боевого братства, и я как его непосредственный заместитель по работе по восточному направлению, это Люберцы, это рядом находящиеся городские поселения Дзержинский, Котельники, Лыткарино. Мы все вместе делаем одну общую работу, Сергей Николаевич, в боевой строй. Я знаю, народы все братья, об этом нельзя забывать, но только русские не сдаются, и только Россия – мать. Вот мне кажется, а в связи с терроризмом. Ну что же это от слабости, от неуверенности? Да если мы все вместе, да если мы дружка за дружку, да какие террористы нам? Я хотел предоставить бы слово Николаю Федоровичу. Это мой наставник по работе на Северном полюсе. Спасибо. Как я уже вчера сказал, с 1 по 3 сентября мне пришлось все-таки быть в Беслане. И за 5 минут до первого взрыва я поднял воздух 3 вертолета. Один из них получил 6 пулевых ранений, сделал вынужденную посадку и на земле еще вел бой. Что это по сравнению с 330 погибшими детьми и 11 сотрудников спецслужб? Конечно, история о этом теракте навсегда останется у нас в памяти, но все время говорить об этом не хотелось бы. Мы проводим это мероприятие для того, чтобы отвлечь вас, как вот Юрий Владимирович сказал, что русский дух, он неподражаемый, он непобедим, и мы не сдаемся. Это можно доказывать в разных условиях. Когда я выполнил посадку на вертолете Ми-8 на вершине Эльбруса с руководителем Федеральной службы безопасности, в газетах было написано, что контртеррористическая операция, учения ведутся в высоких горах Эльбруса. На самой высокой точке России и Европы высадился руководитель спецоперации Николай Платонович Патрушев, чтобы угроза террористов была везде. И на Северном полюсе, и на Южном полюсе, и на самой высокой точке России и Европы. И вот мне посчастливилось побывать и на Северном полюсе, и на Южном полюсе. И вот наш уважаемый Сергей Николаевич, безусловно, человек очень пытливый, подвижный, героический, смелый, побывал с нами на Северном полюсе. На Северном полюсе я встретил еще одного своего друга, заслуженного мастера спорта Елагина Василия Игоревича. Он впервые в мире на Северный полюс приехал на своих автомобилях. Это беспрецедентный случай. Давайте его приветствовать и послушаем его подвиг. Добрый день, ребят. А наша сила в том, что мы должны быть вместе, друг друга поддерживать. И тогда пусть нам еще завидуют сколько угодно, а мы будем идти вперед своим русским путем. И я желаю вам больших успехов. И, пожалуйста, дружите и держитесь друг за друга. Мне кажется, это самое главное, потому что вот я альпинист вообще-то, и на Эвересте был. И вот потом меня как-то жизнь кинула на Северный полюс. Но это все командные виды занятий. И наша сила в команде. Удачи вам, ребят. Всего самого хорошего. Где вы себя приучаете к трудностям военной службы? Потому что вы всегда готовы взять в руки оружие, защитить свой дом, свою мать, свою любимую, свою страну. Это, конечно, очень хорошо. Успехов вам всегда и во всем. И, конечно, самое главное, память и павших, будьте достойны. Уважаемые друзья, я не могу не представить слово человеку, который основал памятную галерею Владимиру Ильичу Чепицкому. Владимир Ильич, спасибо. Мой друг, чуть-чуть прикрой свои глаза и упади в неистовую память.
Пусть на щеке твоей оставит след слеза за тех, кто все-таки всегда по жизни с нами, чтобы в небесах у Господа в саду им только солнце утром улыбалось, ведь мы их помним, не вслепого видел. Ведь память — это все, что нам осталось. Перед вами 10 портретов погибших спецназовцев 3 сентября далекого уже 2004 года. И портрет героя России Вячеслава Алексеевича Бочарова, который сегодня волю судьбы не смог приехать, потому как он возглавляет комитет паралимпийцев Москвы и сегодня улетел в Лондон буквально на неделю. Но я и вчера с ним разговаривал, сегодня с утра, когда он выдвигался в Шереметьево. Он просил передать огромнейший привет вот той молодежи, которая сегодня здесь будет. И благодаря, опять же, Сергею Николаевичу Долгову в 14.00, я думаю, я со своими единомышленниками, которых объединяет культурно-патриотический центр «Долгая память», вам покажем свою небольшую, короткую, но достаточно насыщенную программу, с которой мы за эти 10 лет выступали перед молодежью более 1000 раз. Спасибо за внимание. Передаю ручку. Уважаемые друзья, прошу всех встать, объявляется минута молчания в памяти погибшим без памяти. Спасибо. А сейчас приглашаем коллективы, те, которые участвуют в нашем сегодняшнем мероприятии «Дети против террора». Мы разные, но мы вместе. Фестиваль «Дружба». Поэтому руководители, организовать выход участников посадки аллеи, значит, на место посадки аллеи. Спасибо. С рождения звенела роса славы необъятной, ни тени богатства. Вечностью крылатой блекут паруса, боевое грозное братство. И вдоволь свинца, жаждой поединка грубеют ладони. Нет в огромном мире иного венца, не горим в огне и не тонем. Мы все вместе заложим аллею дружбы. Это будет действительно подтверждение тому, что мы все вместе, и мы все воедино говорим, терроризму нет. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат
с фотографий увядших глядя, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.